преддверии Дня флага ульяновские силовики пронесли триколор. 50-метровый стяг развернули у правительства. Шествие по эспланаде провели утром. Сотрудники Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, МВД, УФСИН и судебные приставы все объединились в патриотической акции. Алмаз Фаткулов недавно поступил на службу в МЧС. Молодой человек признается, подобные мероприятия необходимы обществу. Я в этом году закончил Ивановскую пожарно-спасательную академию. Поступил на службу в Главное управление МЧС России. Пополнил ряды 5-го пожарно-спасательного отряда. И мне посчастливилось участвовать в данной акции. Проснулся сегодня с замечательным настроением. Со своими товарищами приехали и с честью и гордостью участвую. Сотрудники ведомств подготовили стихи специально для наших зрителей. Праздник народный, праздник красивый. Вместе отметим День флага России. Наш триколор, мы гордимся тобой, связаны с флагом единой судьбой. Флаг наш, как знак дружбы и братства. Мощь и единство, вот наше богатство. Символ победы, силы, свободы, знамя России, знамя народа. Цвета полос отечественного триколора несут особое смысловое значение. Белый цвет означает свободу, благородство, мир. Синий – цвет веры и духовности. Красный символизирует державность, которая во все времена была присуща российскому государству. День флага отметят 22 августа. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Управда ТВ.